Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео. В этом видео я разберу для вас очень красивую тему, которая используется в фильме «Бумер». Называется она «Осень». Это музыка Сергея Шнурова. Ну, мне она, естественно, понравилась. Я вообще люблю подобного типа мелодии. Такие немножечко загадочные, немножечко, можно сказать, мистические, интересные и несложные. Они не очень длинные, на них можно тренироваться, их можно легко запоминать, исполнять под настроение. Итак, эта тема звучит в тональности ля минор. Вы можете поставить каподастр на пятый лад и сыграть в оригинале, хотя в одном из вариантов я видел вообще там в ля бемоль миноре. Вот в таком. А можете вообще сыграть без каподастра, если вы не любите все эти прищепки, заморачиваться с этим. Вот таким вот образом. Ну, в общем, не в этом суть, а суть в том, как это сыграть. Нигде это сыграть. Либо можете на пятый лад поставить каподастр, можете на четвертый, можете вообще убрать его и играть на открытых струнах. Итак, давайте начнем. Эта мелодия состоит из нескольких частей. Вот эта часть первая, ее нам нужно повторить 4 раза. Мы зажимаем четвертую струну, ну в данном случае это седьмой лад, если каподастр, а вообще это второй лад, если без каподастра. И все. Какой у нас будет аккорд ми минор, ЕМ. И в правой руке мы будем играть четвертая, третья, потом четвертая, третья, четвертая и вторая открытая. 4, 3, 4, 2. Четвертое все время на седьмом ладу. Если с каподастром, и на втором, если без каподастра. Идем дальше. Опять 4, 3, 4. И опять вторая струна, но мы ее уже поджимаем на шестом ладу, либо на первом, если без каподастра. То есть почти одно и то же, разница лишь в том, что вторую мы вначале открытую играем, потом вторая зажатая на шестом ладу здесь. И вот что у нас получается, это одна часть такая. 4, 3, 4, 2, вторая открытая, 4, 3, 4, вторая на шестом. Ну или на первом, если без каподастра. Вот что получается, одна часть. И таких мы играем 4 штуки. Сейчас я поиграю, посчитаю. Раз. Два.
три, четыре. Если вы играете правой рукой, в смысле, я имею в виду пальцами, точнее, правой руки, не медиатором, то я советую лучше играть большой указательный, большой указательный, большой средний. То есть использовать большой палец обязательно. Большой указательный, большой средний. Все время большой указательный, большой средний. Большой указательный, большой средний. Так, вы сыграли так 4 раза. Еще разок. Потом вы играете пятый. 4, 3, 4. Вторая открытая. И не доигрываете этот пятый раз. Вот на второй открытый останавливаетесь. То есть играете только половину раза. На 4, 3, 4, вторая открытая. И потом. После этого вы играете пятая открытая. Ну, в данном случае здесь она на восьмом, на седьмом, на восьмом. 5-0. 5-й, 8-й, 5-й, 7-й, 5-й, 8-й. Без каподастра это будет 5-0. 6-я на 3-м, 6-я на 2-м, 6-я на 3-м. Еще разок. 5-я открытая, 6-я на 3-м, 6-я на 2-м, 6-я на 3-м. Там, 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 там. И потом 6-я открытая. Еще разок. Этот момент, то есть когда мы играем за пятым разом, и вот дальше идет такой проигрыш. Еще разок, пятая, шестая, на третьем, на втором, на третьем, шестая открытая, потом третья. Четвертая, третья. Точнее, третья, четвертая, вторая открытая. Еще разок. И вот дальше мы уже, получается, все время играем вот этот проигрыш. Нам нужно сыграть 4 раза. У нас получается отдельная часть. Начинается она, грубо говоря, третья, четвертая, вторая открытая и дальше. Мы играем вот это. Теперь вот мы запомним, мы сыграли там, 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 там. То есть мы играем 3, 4, 3 и вторая открытая. Потом четвертая, третья, четвертая, вторая на первом. И потом четвертая, третья, четвертая, вторая открытая и опять. И опять пятая открытая, шестая на третьем, шестая на втором, шестая на третьем, шестая открытая. То есть мы чередуем. Играем сначала фразу вот эту. И потом. Третья, четвертая, вторая открытая. Потом четвертая, третья, четвертая, вторая на первом. Или здесь на шестом с каподастром. Потом третья, четвертая, вторая открытая. Еще разок ее медленно сыграем. Вот еще разок эта часть. Там, 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 там. И опять. Итак, нам нужно сыграть 4 раза. Сейчас я медленно проиграю и просчитаю. Итак, мы сыграли 4 вот таких раза. 2, 3,
взяты неполные. Потом вот эта часть. И опять, второй раз. Третий. Четвертый. То есть мы остановились. Четвертый, третий, четвертый, вторая открытая. И опять. Пятая открытая, шестая на третьем, шестая на втором, шестая на третьем. Либо шестая на восьмом, на седьмом, на восьмом. И вот эту фразу мы ее уже заканчиваем пятой открытой струной. Или вот здесь в каподастре она на пятом ладу. То есть чем отличается первая фраза, вот эта на басовых струнах, от второй? Первая у нас заканчивается шестой открытой струной. А когда мы играем вторую фразу, мы играем, заканчиваем пятой, не шестой открытой, а пятой открытой. Вот пятой открытой. Еще разок. Вот первая фраза, шестая открытая. И вторая, пятая открытая. То есть все будет то же самое, только одна нота отличается. Мы играем в конце не шестой открытой, а пятой открытой. Играем мы все это дело не четыре раза, а только два. Сейчас я вам проиграю все это и просчитаю. И дальше мы играем три раза подряд опять первую. Раз. И последний раз. Переход вот этот и останавливаемся. Все. Ну и теперь я проиграю вам всю форму. Еще разок. Вот переходная басовая часть. Вот так играется. Пятая ноль. Шесть три. Шесть два. Шесть три. Шесть ноль. Дальше. Три ноль. Четыре два. Два ноль. Потом четыре три. Четыре два один. 4, 3, 4, 2, 0. И опять переход. Еще разок поиграем медленно вот эту часть перед между басовым переходом. Еще. Еще разок. Первый басовый переход. И между ним вот эта часть. И второй басовый переход. Где мы пятый? Ну и теперь всю форму проиграю и просчитаю. Сначала идет вступление без басовых переходов. Раз. Два. Три, четыре и пятый неполный. И потом первый басовый переход. Второй. Третий. Четвертый. И следующий второй басовый переход. Второй. И опять первый, который шестой открытый заканчивается. Второй. В смысле, второй раз играем первый басовый переход. И последний раз третий играем басовый переход. И на шестой струне открытый заканчиваем. Ну и еще разок сыграю вам в темпе, чтобы вы запоминали потихонечку мелодию.
еще разочек медленно все. Вот и вся осень из бумера Сергея Шнурова. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Тренируйтесь, у вас обязательно все получится.